Вот. Здравствуйте. Дергай. Отдельным решением судей победу одержал боксер синего угла Шарипов Бузу, строитель. Кокорин Адель награждается за третье место. Награждение проводит рефери данного поединка Евгений Гладыш. Выйдет, не торопись. Молодцы, молодцы, молодцы. Он сам пойдет на себя. Перейдет, Ваня.
Смотрим. Как мы пришли? Ай, хорошо. Вставай вы. Еще. Влад, умничка, хлопи. Влад, шаг назад, сразу умничка. Руки держи. Синим углу ринга Загидуллин Рафаэль. Ему 12 лет. Представляет клуб «Гарнизон». Тренируется под руководством Хаитова. Шишканов Булат, спортивная школа строителя, награждается за третье место. Thank you.
судей победу одержал боксер синего угла Валиуллин Алмаз. Спортивная школа «Строитель». Галимьянов Камиль награждается за третье место. Давай, продолжай. Кидай.
В этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер синего угла Галиев Руслан, спортивная школа «Строитель». Нургалиев Раиль олимпийский награждается за 3-е место. Награждение проводит рефери данного поединка. Левая рука.
Ввиду явного преимущества победу одержал боксер синего угла Колобов Самир. Федерация бокса города Набережных Челнов награждает Колобова Самира за показанные результаты в 2019-2020 годах. В этом бою, ввиду невозможности продолжения боя, победу одержал боксер красного угла Бабовкин Мирон, спортивная школа «Строитель». Шарипов Артур награждается за третье место. Thank you.
Два. Два. Кубинанта боксером синего угла. Победил боксер красного угла. Тондин Артем, спортивная школа Олимпийский. Спицкий Владислав награждается за третье место. Также Федерация бокса города Набережных Челнов. В этом бою ввиду явного преимущества победу делал боксер красного угла Зайнуллин Султан, спортивная школа Олимпийский. Саурин Владислав, строитель, награждается за третье место. Ну что, работай сюда.
сильным углом. Победу одержал боксер красного угла Камышов Владислав, строитель. Камышов Владислав награждается от федерального бокса города Набережной Челны за проявленные результаты в 2019 году. Thank you.
получилось? Макаридзе Леон награждается за третье место. Спасибо.
В этом бою единогласным решением судей победа одержал боксер синего угла Махмудов Камиль, спортивная школа Олимпийская. Максимов Максим, спортивная школа Дельфин, награждается за третье место. Продолжение боя готовится Ментумаев Искандер, спортивная школа «Дельфин». Ему 13 лет, боксом занимается 3 года. В ринге провел 15 поединков, 13 одержал победу. Тренируется под руководством Шипицына. В этом бою ввиду отказа секундантов победу одержал боксер синего угла Акабджанян Давид, спортивная школа Олимпийский.